Добрый день, дорогие друзья! С вами Наталья Шадрина. Давайте с вами познакомимся. Я интернет-предприниматель. Сегодня я живу и работаю в городе Сочи. Я уже вышла на пенсию. Ранее 35 лет я проработала в торговле. Но будучи многодетной мамой, я уже тогда познакомилась с сетевым маркетингом, который дал мне возможность иметь дополнительный заработок. Но времена идут, и сетевой маркетинг, он тоже изменился. Он перешел сейчас в интернет. 2 года назад я познакомилась с удивительной международной компанией, где успешно зарабатываю биткоин. За год работы в интернете я приобрела большой багаж знаний, с которым очень легко и с удовольствием делюсь со своими партнерами. Сейчас я уже лидер своей команды, я спонсор, я наставник, я тренер, я обучаю своих людей и помогаю им продвинуться в интернете. У нас есть уникальная система продвижения, которая позволяет за короткие сроки пройти путь от новичка до лидера. Будьте в нашей команде, будьте с нами, будьте лучше нас. Всего доброго! С вами была Наталья Шадрина. Сейчас прозвучала моя история. История о том, как я пришла в интернет. Именно такие истории, именно такие трейлеры о себе составляет каждый новичок, который приходит в нашу команду. Что такое трейлер? Трейлер – это небольшой ролик, который очень кратко, тезисно говорит о содержании фильма. Но наше содержание совершенно другое. Наш фильм – это фильм о нас самих. Поэтому наша история, она должна быть быстрой, яркой. И есть определенные правила, по которым составляется эта история. Во-первых, история не должна быть длинной. Эта история должна уложиться в 60 секунд. Именно за 60 секунд вы ярко, сочно, с интересом рассказываете о своей жизни. Что вы можете рассказать? Вы обязательно называете свое имя и фамилию, называете, кем вы сейчас являетесь, говорите о том, сколько вам лет, где вы живете, есть ли у вас семья, кто вы были когда-то ранее, по каким причинам вы стали искать бизнес в интернете, что вас привело в бизнес, каких успехов вы добились и что вы можете дать полезного для других людей. Вот именно такие истории, они очень важны, потому что наш бизнес – это бизнес отношений, и люди всегда приходят на людей. И если вы расскажете о себе именно то, что вы есть, то ваши искренние истории, они будут притягивать других. Человек будет с вами знакомиться, и когда он будет видеть вас уже в социальных сетях, на Ютубе, он будет знать, кто вы и чем вы занимаетесь. Готовьте свои истории. Это самые первые уроки, которые проходят в нашей команде, команде Сергея Лобырина. И даже если вы новичок, вы уже можете сразу же, выполнив это свое первое задание, уже обучать этому своих партнеров. В нашем бизнесе вы автоматически становитесь наставниками. Умея что-то самостоятельно сам делать, вы это передаете уже другим людям, которые точно так же будут делать свои истории. А я желаю вам удачи и успехов в составлении своих шикарных, красивых, ярких историй. С вами была Наталья Шадрина. Всего доброго и до новых встреч! Thank you.